Семена космей мандарин, Космосмен Дэн, представляют собой декоративное красиво цветущее растение. Сорт используется для озеленения приусадебного участка, создания цветочных композиций и бордюров. Красиво смотрится в одиночных и групповых посадках. Для посадки космей рекомендуется выбирать открытые солнечные участки и плодородный грунт. Высота растения составляет примерно 20-30 см. Куст компактный, сильно облиственный. Диаметр около 20 см. Соцветия распускаются в июле. Цветок обильно цветет все лето. Соцветия насыщенного оранжевого оттенка. Космея мандарин – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Космея прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола космея мандарин можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания космей прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает космея мандарин в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы космея могут быть до 10-12 см. Лист этого прекрасного растения по форме сильно рассеченный. Обратите внимание, что космея мандарин – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.